Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Из-за землетрясения в Японии вода ванной полетела на воздух. Вот каким образом инвалид катается на лыжах. А вот крупные планы того, как выглядит плавящаяся клавиатура. А вот ребята помогли бычку, застрявшему в дереве. Он освободился, аккуратно. А вот таймлапс, как выглядит северное сияние из космоса. Вот классная визуализация того, как перемещается растительность в Африке в зависимости от сезона. Вот неплохое видео о том, сколько пластиковых отходов создает один человек. Дайвер заметил этот быстро уплывающий грибневик. Спасибо большое за просмотр и отдельное спасибо, если поставите лайк под это видео. А перевел и озвучил виски. Ага.